Буквально там годину тому назад місто знову було обстріляно, чи стара частина міста була знову обстріляна бойовиками ДНР з тої сторони. Був прильот снаряда, було вбито 3 жінки, 1 чоловік, і зараз ще один знаходиться дуже в тяжкому стані в лікарні, йому оказується допомога. Ну, скільки вже можна казати, навіщо стріляти по тим кварталам, де живуть люди? Ну, навіщо? Страждають. Ну, тут не було ні одного військового. Тут нема просто ні одного військового, от якраз в цьому місці, де сталася ця трагедія. Жах, просто жах. Це прикосновення. Да, пошел взорвался и пошли осколки. Потому что, видите, вот удар был, эта сторона. Я бачу, бачу. В дом вошла чуть-чуть. А там даже дырку пробило, но осколков даже нету в доме. В ванной. Мы находимся во дворе дома номер 53 по улице Сапронова, города Авдеевки. В данном месте произошло преступление, которое предварительно квалифицировано как террористический акт, повлекший смерти людей. А конкретно кто пострадал, сколько людей? Пока осмотрим место происшествия, установлено, что здесь имеются тела 4 людей. Предварительно 3 женщины и 1 мужчина. Причина предварительно? Причина около 19:15. Сегодня 13 мая был обстрел города Авдеевки. Ориентировочно пока направление неизвестно. Можно говорить, что на данный момент это направление со Спартака. Вот. Какой калибр пока еще неизвестно. Почему? Потому что никаких снарядов на месте происшествия не удалось обнаружить. Вот. Судя по осколкам, это конкретно 2 мелких осколка, можно судить, что это не минометы, а конкретно ствольная артиллерия. Калибр устанавливается. Про состояние раненого вы не знаете еще? Известно, что находится мужчина, по предварительной информации, это сын хозяйки дома, находится в больнице. Его состояние пока мне неизвестно, потому что я работаю на данном месте происшествия. А среди погибших, ну, пол? Как я говорил ранее, среди погибших предварительно имеется 3 женщины, 1 мужчина. То есть, по нашей информации, одна из них хозяйка дома, вот, и... 2 из них, муж и жена, это, скорее всего, какие-то либо родственники, либо кумовья, по данным соседей. Вот. А еще одна личность одной женщины устанавливается. Рад, что еще были дети, вам что-то об этом известно? Мне известно, что здесь были 2 детей, но на данный момент они были эвакуированы с данного места. Я с ними не разговаривал, что поясняют они, мне неизвестно. Сидели, кушали за столом на кухне с женой. Мгновенный хлопок, полетело внутреннее стекло. Испугались, выскочили. Потом я вышел на улицу, посмотрел, лист металла у меня во дворе лежит. Смотрю, вот этот вот, заметил козыречек разбитый со своего двора. А вышел, когда сюда на улицу, здесь уже люди прибежали. Зашел. И пришла еще кума с кумом и с детем. Вот они тут в огороде что-то пололи, днем ходили. А к вечеру, наверное, пришли сюда. Беседка была, наверное, сели в беседку. А дети, видать, были в доме, что дети живы остались. И побежали к соседям. Дети целые были? Ну да. Они, наверное, были рядом с ними, да? Они в хате вроде смотрели. Повезло просто. Ой, она когда стреляли, она так боялась, она у них погреб в доме. И она всегда подбегает к погребу и говорит: мама, давай в ямку, туда в ямку. Это на глазах у матери. Что с ней будет? Сирота. Бедный ребенок. Я не знаю, я боюсь туда подходить. Сейчас, подожди. Я вас перекрыла. Труба перекрыта.